Уже существующие меры поддержки семей с детьми будут дополнены новыми. В своем праздничном поздравлении женщин Владимир Путин напомнил об основных мерах поддержки семей с детьми, которые действуют в нашей стране. Действуют ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Также президент страны проанонсировал новую меру поддержки. Считаю, что мы должны принять новое решение. Установить выплаты на детей от 8 до 16 лет, включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами. Поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Новое пособие будет назначаться аналогично уже действующей схеме для детей от 3 до 7 лет включительно. Соответствующими будут и критерии нуждаемости. Оцениваться будет не только официальный доход, но и имущественное положение, количество автомобилей, недвижимости и так далее. Это семьи, которые испытывают определенные финансовые сложности, то есть доход на каждого члена семьи в данном случае ниже одного прожиточного минимума. Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75, либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. В апреле на госуслугах появится возможность дистанционно подать заявление для назначения новой выплаты.